не вызвали КамАЗ. Всем привет! Опять мы едем в сторону Танкового озера. Каждой весной это место очень сильно притягивает джиперов. И таких вот ребят притянуло, что они прилипли просто где-то в болоте. Непонятно, я даже пока не особо представляю, где это. Вот. Позвонили, попросили помочь. Пока я отвечал, они нашли другого человека. Возможно, даже, кстати, какой-то грузовик будет. Вот. Но, возможно, моя помощь будет нужна для того, чтобы там потянуть лебедкой, там троса, шаклы и так далее. Я хочу поснимать контент, возможно, будет интересно. Не знаю, получится на полноценный ролик или это будут короткие шорты. Меня манит часто та сторона. Возможно, как-нибудь прокачусь Южно-Сахалинск лесное через Зорницу, лагерь. Будет интересно. Возможно, соберу какую-то сходку. Как вы думаете, ребят? Ребята, короче, настолько заморочились. Они вызвали КамАЗ. То есть их будет дергать КамАЗ, я был прав. Подъехали на место. Я, честно говоря, не знаю, где это за танком. Ну, то есть не доезжает танкового озера, просто где-то поворот направо. И, соответственно, вот, имеем, что имеем. О, такая спецтехника подъехала. Будет выручать. Пытались, я так понимаю, ручной, да? А, интересно, ребят? Да, лебедочка такая, ну, почки таскать. Вот такая история, ребят. Я так понимаю, бампер загнуло, колесо ушло, все. Нормально, нормально. Ох. Ох, сейчас его стянет, блядь. Это вообще пиздец, чуваки. Я даже не знаю, куда его сейчас тянуть. Извините за маты, конечно. Но это... В смысле, я первый раз вижу, что внедорожник, он реально качнулся в эту сторону. Слушайте, ну, стало хуже. Ребят, в смысле, я первый раз такую фигню вижу, чтобы машина, ну, еще с таким, как бы, низким центром тяжести, он реально качнулся. Ну, это реально страшно, ребят. Вот я держу ровно горизонт, насколько он кренится. Просто. Охренеть. А ведь думали, что так все будет просто, да? Жестко. Ну, это просто капец как пошло не по плану. Так, ну, в принципе, вы, наверное, видели, мы справились потихоньку, навалились на один бок, соответственно, ему помогло это, не опрокинулся. Но было опасно, реально. Вот здесь вот он сидел, здесь целая лужа. О, видите, какая прям. Ну, то есть, ну, тут на самом деле и прям джиперы бы, ну, не смогли бы проехать однозначно. Вот, сейчас чуть другой план делаем и пробуем дальше что-то делать. Но здесь уже овраг побольше, поэтому тянуть назад будет опасно. Что тут развлекается. У меня сейчас чуть угол. Процедуры. Ну все, поздравляю. Да не, я уж думаю там. В итоге ребята выбрались, соответственно, поехали по своим делам дальше кататься. Ну я так как был рядом со своими такими тоже любимыми местами, там есть интересные такие точки возле речки. И я, соответственно, пошел пока погулять.
Хотел уже завершать ролик, но вот заехал в одно место и нашел интересное место, соответственно. Сейчас вам покажу. Вот идет речка, потом идет резкое сужение. Вот такой порог мощный достаточно. И такая ложбинка. И вот так вот речка дальше идет. Слушайте, очень интересное место. Я не знал про его существование. Мне еще нравится все-таки сейчас то, что снег чуть-чуть. Вода бурлит, конечно, вообще. Тоже, смотрите, все полностью покрыто мхом. Но не прошло ли там пару часов, как ребята мне написали, сказали, ты далеко, подъезжай, потому что мы застряли, нам нужна твоя помощь. Ну и в итоге я, конечно, решил, что нужно помочь ребятам. Ну и дух приключений, знаете, вот это хочется помочь людям, проявить себя. Не зря же я там покупал такелажный набор, да у меня есть же жип, вот это все. Ну вот очередной раз сотка провалилась, да. Ну, сел, конечно, серьезно, прям на пузо. Всем, чем можно, просто. По пороге просто. Просто офигеть. Да, просто он получается, у него этот чача, он не может, блядь, он буксует по ней и все, блядь. Ну новое. За 57 рублей заказываю. Вон, смотрите, какая вмятина. И это все вот просто от гребаного, блин, троса. То есть вот она прям, вмятина, вот она. Огромная, смотрите. Аж вон краска потрескалась. Настолько меня эта ситуация беспокоит, решил записать голос и вообще говорящую голову. Это пока впервые, наверное, для нашего канала. Но суть в том, то, что... Ну, это печально. Почему я решил записать голос? Ну, потому что у меня закончилась там флешка, закончилась батарейка. В общем, финал такой очень резкий, обрубленный. Поэтому нужно записать, объяснить, в общем, все, что произошло, голос. Ситуация следующая. Ребята застряли, ну, как вы поняли. Вот. Их нужно было выручить. Первый раз вытащил КамАЗ, второй раз попытался вытащить я. Но в итоге все равно вытаскивал КамАЗ. Про это чуть позже. Ну, какие можно сделать выводы? Ребят, ну, во-первых, для тех, кто вообще выезжает на бездорожье, у вас должны быть проушины, обязательно. Самая большая проблема вот вытаскивания вот этих ребят, то, что у них просто не было проушин. Цепляться не за что. Приходится колхозить какие-то узлы, какие-то эти штуки, а ну, так не работает, в общем. Я потом, наверное, покажу вообще, почему трос порвался в итоге. Когда вы пытаетесь помочь кому-то, будьте готовы к тому, что ваша машина может в этот момент пострадать, и то, что это может закончиться для вас, ну, какими-то потерями. То есть в моем случае порвался трос, мой же, прилетел мне в заднюю дверь багажника и, соответственно, оставил вмятину. Естественно, мне это никто не возместит. Ну, потому что, во-первых, когда все, удар произошел, я это не сразу увидел, вот, потому что, ну, было темно и не видно, я только днем это обнаружил. Ну, во-вторых, да, то есть мой трос, я сам дергал, моя голова, ну, так, как говорится, своя голова на плечах, сам виноват, нужно действовать аккуратней. А второй вывод какой? То, что когда вы вытаскиваете, вообще за операцией, так скажем, должен руководить один человек.
И, скорее всего, если вы как бы приехали помогать, то вы должны быть этим вот руководителем, потому что начинаются «сделай так», «сделай не так», и это ни к чему хорошему не приводит. То есть, вот, допустим, я был убежден, что, ну, вообще операция достаточно опасная, я реально переживал, что трос порвется, и мне что-то прилетит. В итоге так и произошло. Мне парни там подначили, давай сильнее, давай мощнее. Но это всегда так. То есть всегда, когда ты кого-то спасаешь, он говорит, давай сильнее, что ты переживаешь. Ну вот к чему это приводит. Сейчас без претензий. Парням они меня будут смотреть, вам привет, ничего. Это опыт, как бы, да. Вот, опыт для меня, опыт для вас. Как по мне, мне нужно было все-таки настоять, делать лебедкой. Изначально как произошло? Я лебедил, но, как по видео видно, меня начало стаскивать к нему. Вот, надо, конечно, было на самом деле просто натаскать больше бревен, камней, может быть, даже чуть подкопать перед машиной, кидать туда каких-то вещей, которые бы застопорили машину. Лебедка всегда безопаснее, ребят. То есть, ну, на лебедку реально можно там накинуть какую-то фуфайку, на статический трос это поможет, эту дугу погасит. С динамикой бесполезно, ребят. Если рвется динамика, просто надо молиться, чтобы не прилетело ни в кого. Потому что прилетит в машину обязательно. Если еще с шаклом, да, железным, или там, допустим, с проушиной, ну, это беда. Динамическим тросом никто не дергает на все бабки, так скажем. Надо потихоньку. Вот там я разогнался, трос 10-тонный трос не выдержал, порвался, летел просто тросом мне, соответственно, мне погнуло, ну, дверь, железо, представляете? То есть, ну, это сильный удар. Надо было лебедкой. Как по мне, надо было через блок пыльспаст откладывать под машину что-то и потихоньку-потихоньку вытаскивать. Потому что, ну, это безопасней. То есть вы можете пользоваться, конечно, динамической стропой, и нужно ей пользоваться, но правильно, чтобы у вас была проушина, туда вставлена шакл. Потому что у тросов, я потом сделаю отдельный ролик, если интересно, пишите в комментарии, вообще, что нужно с собой брать на бездорожье, какой такелажный набор, вот я с собой беру. Да, это минимальный набор, который нужно. Мы как сделали? Мы трос брали, грубо говоря, центр троса, его обматывали о раму, и потом уже шаклами, ну, то есть поняли, да, нагрузка была на раме, да, самой, а рама еще острая, она просто порвала его в не самом, как бы, твердом месте стропы. Вот, потому что, я говорю, вот вы потом, я сделаю ролик, и вы увидите, что у строп, у них сама петля, она усилена, она сложена в несколько раз и еще прошита. Соответственно, вот именно в разрыве, ну, где шакл у вас или проушина, у вас не будет разрыва, потому что там усилено. А центр, как бы, ну, он не для того, чтобы держать именно ну, на разрыв. Он, как бы, больше на, вот, на удар такой. Ну, вы меня поняли, в общем. Именно дергать динамикой, это либо... Наоборот, когда вы легко застряли и вы хотите быстрее, да, либо, ну, там, что-то сложное, но вы должны быть 100% уверены, что ничего не оторвет. Ну, и опять же, прямо на все деньги рвать, ну, оно оно того не стоит. Лучше подкопать, лучше что-то подложить лебедочкой, блоком с полиспастом и вытягивать. Вот, вот такие можно сделать выводы. Для меня это прям опыт был. Обидно, что пацанам еще не помог. То есть, я их не вытащил. В итоге приехал грузовик и их вытаскивал. Но мне потом ребята сказали, что даже грузовик их там прям выдергивал. То есть, это, ну, говорит о том, что... Ну, представляете, да, огромный грузовик, он своим весом его их не вытянул, то есть он их именно тоже дергал. Вот, поэтому, ну, как бы, представляете, да, как они там засели. Ну, там по видео, в принципе, видно это. Мы вот так втыкали лопату, и она просто как в жиже такая... И лопата, ну, реально невозможно было копать, потому что, ну, очень тяжелая и липкая такая грязь. Как они там застряли, непонятно. Был у нас ролик, потом посмотрите, этот, на гору Корнелю мы выезжали. Я вот 80-ку, да, в полном обвесе вытаскивал, тоже динамической стропой из зубунов. Получилось все без проблем. То есть ничего не рикошетило, ничего не отрывалось. Ну, там с фаркопа чуть слетела петля, но это... Ну, там повезло, что была ступенька, она в ступеньку врезалась. Так тоже могло бы что-нибудь прилететь. Но в целом, как бы, ну, когда машина подготовлена, все, проушины готовы, можно чуть дергать. Но, опять же, чуть-чуть. Нет смысла разгоняться на все деньги. Ребят, это все из разряда фантастики. Надо все лебедиться аккуратненько, там, в идеале в две машины, да, то есть одна, ну, либо в две лебедки, либо одна машина держит другую, чтобы та не скатывалась. И тогда лебедкой, ну, вы на самом деле сможете больше сделать, чем, в смысле, выдергиваниями. Вот, видео получилось таким скомканным, надеюсь, это будет интересно. Пишите свои комментарии. Кстати, тоже, так как не было проушен, и один из парней вот начал вот советовать, что давай дергать за колесо. Первый раз слышу, что дергали за колесо. Ну, он говорил, что он так на марке делал, да, то есть тоже без обид. Но просто вот мне интересно мнение опытных людей, потому что от владельцев внедорожников я такой штуки не слышал, чтобы дергать за колесо. Скажите вы, можно ли дергать за колесо? Вот просто там в комментарии пишите, насколько это грамотно. Ну, давайте наберем там сколько-то-нибудь лайков, хоть сколько-нибудь, там подписок.
И я сделаю ролик про свой такелажный набор. Подписывайтесь, лайкайте, распространяйте видео, там, донатьте, чтобы я дверь эту сделал. Обращайтесь к нам по поводу экскурсии по Сахалинской области. Ссылка будет в описании на наш сайт. Ну, в общем, поддерживайте канал. Хочется делать много полезного контента и развлекательного. И всем спасибо. Пока.